В Императорском зале Казанского федерального университета прошло торжественное мероприятие, посвященное столетию Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, в рамках которого со своим докладом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии наук и почетный профессор Казанского университета и его выпускница Талия Хабриева. Именно в России, в голодной советской России, создали первую научную организацию юридического профиля, и им стал наш институт. Прототипом института стал научный кабинет по изучению личности преступника и преступности. И в настоящее время вот сама эта форма организации, осуществления научных исследований уже демонстрирует свою эффективность по всему миру. Преподавателям, ученым и студентам Талия Хабриева представила научный доклад «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Научное наследие и современность». Профессор рассказала слушателям о многолетней истории института, о взлетах и падениях, об открытиях и переворотах. После прошла презентация фильма к столетию института. Речь идет об институте, который, согласно регламентным нормам правительства и согласно своему уставу, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации, участвует в подготовке законопроектных планов правительства и проводит обязательную для всех законопроектов правовую экспертизу. 100 лет – это фантастическая цифра. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации за этот долгий срок пережил многое. Но больше, конечно, было радостных моментов. Десятки преподавателей и сотрудников трудились на благо развития студентов. И усилия, по правде говоря, не прошли даром. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.